Советского Союза Соболев Николай Алексеевич родился 9 декабря 1921 года в городе Борисоглебске. Окончил 7 классов в Борисоглебске, затем Воронежский авиационный техникум. Учился в аэроклубе. В 1940 году Соболев был призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию. В 1942 году окончил Балашовскую военную авиационную школу пилотов. С августа того же года на фронтах Великой Отечественной войны. В боях 2 раза был ранен. Участвовал в Ржевско-Сычевской операции на Гжатском направлении в 1942 году, в боях на Харьковском направлении в освобождении города Запорожья и боях над Днепровскими плацдармами в 1943 году, в Псковско-Островской и Рижской операциях, в том числе в освобождении городов Тарту, Сигулда, Рига в 1944 году, в боях с Курляцкой группировкой противника в 1945 году. К апрелю 1944 года старший лейтенант Николай Соболев командовал звеном 237-го штурмового авиаполка, 305-й штурмовой авиадивизии, 9-го смешанного авиакорпуса, 17-й воздушной армии 3-го Украинского фронта. К тому времени он совершил 92 боевых вылета на штурмовку, скопление боевой техники и живой силы противника, нанеся ему большие потери. 1 июля 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Награжден 2 орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны первой степени и Красной звезды. В 1946 году в звании капитана Соболев был уволен в запас, проживал и работал в Харькове. В 1955 году окончил Всесоюзный заочный институт советской торговли. Скончался 13 января 1996 года. Похоронен на Харьковском кладбище номер 2.